Пенсионный фонд России по Дагестану выплатит по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Это дополнительная мера соцподдержки населения в период пандемии. Аналогичная сумма была выплачена в июне. Ее получат автоматически все те, кто подавал заявление для получения первой подобной выплаты. Но и те, кто по каким-то причинам еще не подал документы на получение первичной выплаты, также могут рассчитывать на получение дополнительной после оформления заявления. Кроме этого, семьям, имеющим детей до 3 лет, выплатят также еще по 5000 рублей. Дополнительную информацию и разъяснения можно получить на официальном сайте Пенсионного фонда.